День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Известные политики, бизнесмены и деятели культуры отвечают на самые острые вопросы аудитории и дают комментарии на самые волнующие темы. Здравствуйте, я Абикелкин, и я приглашаю вас на ток-шоу «Прямая речь». Слушайте по четвергам с 17 до 18 часов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире, как мы уже анонсировали. У нас сегодня в гостях полковник запаса, так, наверное, на русском это звучит. В отставке, наверное, не совсем верно. Полковник запаса, бывший заместитель начальника полиции безопасности. Сейчас это называется Государственная служба безопасности. Так, на русском языке, Юрий Сулейтис. Добрый день. Пусть день будет добрым. Да, вот это действительно мы всегда, когда даже связываемся, вот у нас будет в следующей части, как раз мы будем звонить в Киев, там депутаты Верховной Рады, мы всегда думаем, как начать действительно добрый день. Вроде бы уже месяц мы живем в такой ситуации, когда совсем день не добрый. Можете ли вы сказать, или ваше ощущение, что и вообще как бы общее понимание безопасности изменилось, в том числе и в Латвии. Ну, слава богу, у нас войны нет, но, тем не менее, вот даже многие депутаты говорят, что мы живем, ну, почти как в военное время. Не хочется это слово произносить, но мы знаем, что целый ряд законопроектов было внесено, целый ряд изменений принято. Кто-то уже даже говорит о том, что, там, не знаю, что вводится цензура, не знаю, ограничивается свобода мнений. Но можно ли сказать, что ситуация резко изменилась даже, вот, не знаю, на пространстве НАТО? Это однозначно, поскольку с утра 24 февраля все кардинально поменялось. Как раз сегодня месяц, 24 марта. Ну, прискорбно, что уже месяц идет кровопролитная война, и погибают люди. Но это поменяло очень сильно ситуацию и в Латвии. Я обычно друзьям говорю, что во время войны никто не может сидеть на заборе. И смотреть, И смотреть безразлично. Тебе снесут при первом ударе, ты должен выбрать свою сторону и всей силой держать этот забор. Латвия свой выбор сделала уже давно, вступая в НАТО, в Евросоюз. И надеюсь, что мы, как все демократичные люди из страны мира, будем делать все, чтобы эта война скорее закончилась. Да. Если мы говорим о ситуации внутри страны, всегда, наверное, любой скажет из, не знаю, из аналитиков, что страна тогда сильна, когда общество, ну, сплочено, насколько это возможно. Понятно, что в демократической стране там у каждого есть свое мнение, но в каких-то фундаментальных вопросах она сплочена, ну, мы понимаем, что в Латвии есть проблемы, так мы дипломатически говоря, да. На ваш взгляд, все-таки это результат, не знаю, каких-то просчетов, ошибок политики, государственной власти, или так просто сложилось, и люди разных национальностей, разных взглядов, соседи у нас такие и так далее? Ну, это глубокая историческая такая история Латвии, где действительно часть людей, не скажу, что враждебны к другим, но инако думающие, но это не так страшно. Главное, что все люди, которые хотят жить в Латвии, я говорю в Латвии, не провинции России, не даже какой-то там без названия стране Евросоюза, были едины. И это действительно самое главное – сплочение нации. Да, нам Бог дал 30 лет мира, которых мы не задумывались об этой проблеме особо. Политики его дергали с одного конца на другое. Но, как сказал один мудрый человек, то неважно, каким будет эта весна, будет она дождливой или солнечной, будет холодной или теплой, главное, чтобы она была мирной. И у нас в обществе то же самое. Неважно, что думают люди, они за Путина, против Путина, они в смущении сейчас. Главное, чтобы у нас царил мир и спокойствие. И спецслужбы
сейчас стараются найти вот эту золотую середину. Такой баланс, да, если баланс, так можно. Чтобы действительно сохранить вот это спокойствие в нашем обществе. Да. Ну вот, может быть, о задачах, так, чтобы люди понимали, спецслужб несколько попозже. Вот еще говоря вот об этой ситуации, вот все-таки ведь... Мне кажется, что и политики должны понимать, никого не оправдывая каких-то радикалов, что, в принципе, то, что произошло, вот как мы говорили, месяц тому назад, даже очень такие продвинутые, не знаю, аналитики, многие не могли предположить, потому что до последнего, ну, сложно было, наверное, представить, что одна, так, ну, если примитивно славянская страна, начнет бомбить другую славянскую соседнюю страну и будут таким вот образом решать вопрос в 21 веке. Наверное, это не могли предположить даже после того, когда там, не знаю, американские спецслужбы чуть ли не даты называли. Помните, что вот войска уже подготовились, все говорили, ну, это какие-то спекуляции, это там шантаж. Ну, такого не может быть, потому что не может быть. Ну, как мы сейчас уже видим месяц, все может быть, да. Я с вами согласен, что очень многие люди не могли это даже предвидеть. В злых снах, как говорится. Да. Даже я еще пару дней до начала войны сказал, что я думаю, что это все-таки проснулись военные и производители оружия, что вот сейчас нагнетает ситуацию, да, да, да. Чтобы заработать, ну, если два года кто-то зарабатывал на ковиде, то зарабатывать на производство, обновление оружия. Да. Ну, я тогда тоже сказал, что действительно надо брать во внимание человеческий фактор и то, что руководитель России все-таки человек, волевой, и даже так, ну, не хочу грубо высказываться, но с каким-то себя ассоциирует не то с Наполеоном, не то с Петром Первым. Что-то в нем уже все время просматривалось такое. Ну, если возвратиться в Европу, то, где мы живем, то действительно многие политики это использовали и тоже не могли верить. Вы же видите, как очень многие, как говорится, шубу повернули в другую сторону, что да, мы тут уже Россия нам не друг, и мы так тоже не могли, при том, которые были очень вроде как лояльны, сейчас начали уже стать намного радикальным. Да, да. Посмотрим даже Германию со своей реалполитик, да, это, ведь это был фактически, да. Ну, почти союзник Российской Федерации. Ну, конечно, почти. Да. Да. Ну, я про Латвию, я думаю, да. Что вот Борданс все время был нейтральным, сейчас уже, конечно, у него плохо рейтинг, да, высказался более уже агрессивно, чем, так называется, национальный блок, да? Да, сейчас они соревнуются, да. Надо тут снести памятники, все делать. Ну, я думаю, что это политические игры. Вот действительно, в последние 30 лет, которые мы свободны, и привело все-таки к такому расколу общества, что некрасиво растолковали свои намерения, но старались как-то чуть-чуть натравить латышскоговорящих и так называемых русскоговорящих. Вместо того, чтобы думать, как сблизить. Думать, да, как сблизить, действительно, чуть-чуть дергать каждый по своим интересам. Вот поскольку у вас действительно очень большой опыт работы в спецслужбе, вот есть разное мнение у эксперта безопасности о том, что такое социальные сети, да? Одни говорят, что это большой вред, потому что мы понимаем, что сейчас социальные сети могут стравить людей, организовать какую-то провокацию, ну, не знаю, вывести людей на улицы и так далее, с одной стороны. С другой стороны, многие говорят о том, что это такое своего рода, ну, выпускание пара. Да, ведь, ну, есть люди, которые, как мы называем, диванные эксперты, да, может быть, они не пойдут совершать какое-то там, не знаю, ничего взрывать, никого бить и, не дай бог, убивать, но они выскажут какое-то мнение, им вроде бы стало легче.
Да, но мы понимаем, что это тоже опасность, поскольку социальные сети – это публичные СМИ, это уже больше не какое-нибудь там твое личное дело, да. Вот как здесь вот найти баланс, учитывая ваш опыт? Понятно, что спецслужбы все это анализируют, смотрят, но вот что такое вот социальные сети? Это такое опасное оружие? Конечно, я хочу сказать то, что мы до 24 февраля жили в очень демократичной стране, где всем разрешалось почти все. И кто сквозь, там что не говорил, да? Пальцем, да, смотрели там, ну да, если уж совсем агрессивно, то спецслужбы приехали, сделали предупреждение. Но надо понять, что вступление, начало войны, война не только происходит во время битвы, но это война за ум, это в IT, в технологиях, это кибервойна и очень-очень разные всякие. Потому это абсолютно логично, хотя для меня чуть-чуть прискорбно, я любил получать информацию от разных источников. Но правильно, что сейчас закрыли те средства массовой информации, которые пропагандировали войну, пропагандировали эту военную операцию и дали чистую пропаганду. Ну, мой дедушка, который жил в советское время, очень интересно сказал, что трезвомыслящему человеку ничто не ограничивает получить правду. Он сказал, я... Даже в те времена, в те времена, я в 19:30 по радио поймал «Голос Америки», в 20 часов посмотрел «Панораму», а в 21 час посмотрел «Время». Потом посидел полчаса, подумал и примерно понял, что творится в мире. Также, даже в те времена, без даже всякого в те интернета, времена, да, которые очень сильно было. Но то, что войну выигрывает не только оружие, но и в голове человек, это, конечно, очень бесспорно. И я думаю, что потому сейчас есть временные ограничения, и это вынужденные ограничения на средства массовой информации разные, так что там мы пока ничего не можем сделать. Да. Ну вот, что касается ограничений, конечно, там есть разные дискуссии. Вчера я даже слушал по латвийскому радио, где там дискутировали тоже наши коллеги, и они говорили, что очень странно, что понятно, что когда блокируют там Соловьева, Киселева, ну понятно, да, вот которые действительно такие официальные уже штатные буквально пропагандисты, но, к примеру, официальные сайты можно и не блокировать, чтобы можно было понимать, даже если мы исходим из того, что вот этот наш противник или враг, не хочется это произносить, но, видимо, такова сейчас жизнь. Ну, узнать там, не знаю, зачем блокировать официальный сайт там президента России, да, это, наверное, такой вопрос всегда, ну, такой двойственный. Кто-то скажет, что не нужно нам, мы знаем все эти выступления. С другой стороны, когда, ну, вот журналисты ищут высказывания Путина через BBC с английского на русский, ну, что-то в этом есть, мне кажется, так сказать, можно было официальные сайты не блокировать, только чисто вот пропагандистские, да. Хотя, я не знаю, это вот такой вопрос спорный. Да, это, конечно, вопрос к специалистам, которые ежедневно это занимаются. Я, например, видел, как меняются да. многие российские каналы. И когда закрыли РТР, там «Россия-24», я у своего кабельного оператора нашел РБК, российский бизнес-канал. Да. Если до 24-го там было только бизнес-ньюс, бизнес, какие-то аналитика, да, акции, то уже после 25-го, 6-го каждый час выходил рупор, спецвыпуск, где все-таки началось это. Пропаганда даже пропаганда там добралась, была, появилась там, да, вышел генерал, докладывал, конечно, по лицу можно было, по мимике можно было определить, да, он правду говорит или нет, но такое, конечно, есть, что война в этих, ну как, в массовых медиях – это одна из составляющих войны.
Да. Вот еще такой, может быть, вопрос, вот тоже такой интересный феномен, который будет исследоваться. Вы правильно сказали, ссылаясь на вашего деда, что даже в те времена, когда, не знаю, была только газета «Правда и Известия», ну, условно говоря, ну, да, можно было ловить там «Голос Америки», там «Радио Свободной Европы» и так далее. Ну, казалось бы, и сейчас, несмотря на все возможности, ну, наверное, и в России, может, там есть разные уловки, как в интернете что-то прочитать иное, чем тебе сообщают. И тем не менее мы смотрим эти опросы, 70-80% поддерживают эту войну, которая называется не война, а спецоперация, и говорят о том, что вы, там никто из мирных жителей не гибнет, а если гибнут, то сами украинцы их и расстреливают. Прямо берут и свои живые дома, прямо и люди верят, что это. Это такое действительно там коллективное зомбирование, или это просто психология человека за тысячелетия не поменялась? Я понимаю, что такое, наверное, больше философский вопрос, но вот тем не менее. Я думаю, что это систематическое, долгое через года зомбирование человека. Поскольку человек верит в хорошее, но если тебе все время говорят, что мы единственные правильные, мы самые сильные, мы самые лучшие, все остальные наши враги, он, притом не только по радио, по телевидению, но и вся вот система, которую подает человеку, говорят, что, ну, как я бы сказал, честно говоря, российский шовинизм, да, вот это очень на человека действует. Я не скажу, что то, что Соловьев, это все, ну, многим понятно, это там понятно, разное. Да. Даже что правительство говорит понятно, она говорит то, что она должна говорить. Но когда тебя каждый канал включаешь, там показывают фильмы, снимается вот, я не помню, как это называется, про российских этих подводников, которые да, да, туда, да. Ну, все показывает, что 3-5 человек всю армию уничтожает противника. Каждый день идет фильмы про войну в течение нескольких лет. Это действительно это оставляет влияние, да. И вот как некоторые эксперты говорят, что даже Путин сам поверил, что все так легко удается, как в этих фильмах. Ну, к сожалению, это горький опыт и очень нечеловечный опыт, где гибнут люди. Да. Возвращаясь вот к Латвии, мы 2 года прожили вот в этой пандемии, да, и понятно, что это весь мир, наверное, столкнулся, вот последние 100 лет такой пандемии масштабной не было, понятно, что ошибки вроде бы неизбежны, если так вот по-человечески подойти, да, и тем не менее иногда казалось, что вот ошибки повторяются, да, вот мы не учимся даже на своих ошибках, не то, что на чужих, на своих, те или иные решения были нелогичные, да, какие-то были закупки, где было сразу видно, что, ну, мягко говоря, будем говорить дипломатически, ну, не совсем они были законные, да, и все это как-то вот уходило, и, может быть, это тоже людей как-то поляризовало и злило, потому что они видят, что творится какое-то беззаконие, несправедливость, да, решения нелогичные, а вот меры не принимаются. Вы знаете, на этот вопрос я бы отвечал, что тут не виновна пандемия, тут опять виновна человеческое восприятие. Приятие, что очень многие люди думают, что хорошо там, где меня нет. Мне удалось по службе и по своим вот обстоятельствам разным поехать по миру. И да, я могу сказать, что очень много плохого творится в Америке, что коррупции в Италии, в России и везде. Вот слушайте, смотрите, да. И потом я приезжаю к нам и так трезво рассуждаю, что действительно, несмотря на все вот проступки, на глупость даже каких-то решений правительственных, мы живем не хуже, чем в очень многих странах мира. Все позволяется в сравнении. Да, у нас сравнение. У нас кажется, что у нас здравоохранение самое плохое. Тогда посмотреть, сколько за здравоохранение надо платить в Америке, в другом. И какие очереди, да, в очень богатых странах, кстати говоря. Если у нас тут что-то, какие-то очереди или там что-то не хватает, тогда надо поехать посмотреть ту самую или в Украину, или даже в Россию.
или более восточные страны. Там же многие больницы, что как после войны остались, так и есть, что там... Ничего да, не поменялось. Конечно, есть для богатых, где все современное. Но в целом я хочу сказать, что вот мы зря критикуем наше государство. Надо критиковать конкретных чиновников, конкретных политиков, которые действительно совершают многие ошибки. Я за последние два года даже зол был на наше правительство. Да, я понимаю, что надо поддержать, занимать, ну, если нет денег, занимать деньги, да. Поддержать конкретных людей. Но когда большая часть из этих денег уходит в течение двух год на рекламу, которая, в принципе, не меняется, ну вы же поймете, если вы человеку скажите два, три, ну, пять раз, если он не понимает, извините, он не поймут. Да. Это можно еще 100 тысяч вложить в эту рекламу, тысяч, да, он со мной не пойдет. Там даже миллионы пошли, да. Он не поймут. Но надо все-таки уважать этого человека среднего статистического, который поймет, что да, руки 2 метра, маска, да, многие говорят, да, можно было там что-то закупки правильные, неправильные. Да, во все времена есть люди, которым руки, как смеются, правильно приросли для себя что-то тут. Но это опять надо правоохранительным органам рассмотреть. У нас же есть госконтроль, все, и вор должен сидеть в тюрьме. Но в целом, конечно, правительство очень немятно. Тут многие принимали. Ну, у нас такое правительство, которое есть. Она состоит из каких-то, я бы сказал, трех группировок. Даже не группировок, но по характеру человека. Одни такие боязливые смотрят, что скажет Европа, что там всемирное здравоохранение, пока мы тут ничего не будем делать. Другие говорят, мы самые умные, то, что мы говорим, это истина последней инстанции. А третий говорит, мы поняли, что премьер сказал, у нас денег больше, чем было, да. Немеренно, и мы тут будем... С вертолета сбрасывать, да. Все тут делать. Ну, слава богу, это прошло, но... Ничто не забыто, как я говорил, если будет действительно политические ошибки, это избиратель будет их оценивать. Да. Если будет ошибки, которые предусматриваются в уголовном законе, это будет рассматривать полиция. Да, вот интересный такой вопрос, я думаю, что часто вам его знакомые задают, что вот, что касается задачи спецслужб основной, да, вот держать баланс и не допускать провокаций, радикализма и так далее, это понятно. Что касается взаимоотношений спецслужб и политиков, да, понятно, что мы демократическая страна, не спецслужбы контролируют политиков, а вот парламент контролирует, да, спецслужбы, но есть ли возможность от спецслужб, ну, как-то вовремя, ну, не знаю, дать по рукам, так, наверное, не совсем правильно, но как-то вот предупредить, что политик, ну, вышел за какие-то, так сказать, рамки дозволенного. Это, конечно, довольно дискутабельный вопрос. С одной стороны, начнем с того, что наши спецслужбы независимы и... независимы не от политических заявлений, они зависимы только от закона. Зависит от закона, да? Конечно, потому никто ни в полиции безопасности, ни в бюро по САБе не может быть членом какой-то партии. Да, может быть, у тебя есть какие-то симпатии. Ну да, другой, как у любого живого человека. Но ты должен принимать решение трезво, ни в чьих интересах, как только в интересах государства и закона. Конечно, через министра, который делит деньги, который бюджет дает, там может тебе больше дать, меньше, ты чуть-чуть зависим. Да. Но есть комиссия национальной безопасности в Латвии, где даже если министр тебя в какой-то мере хочет подтолкнуть какой-то по твоему уму
неправильное действие, ты можешь пойти и пожаловаться, чтобы тогда действительно СЕИМ, который там предоставлен из всех партий, сказали, это правильный ход или неправильный. И это очень важно, чтобы в СЕИМе национальной безопасности занимались люди, которые, как я говорю, очень трудно перевести, которые курир валсцвир не висполитит. Да, которые государственные мужи, а они не политики. Да. Потому что мы понимаем, что госмуж да. – это ну, человек, который несколько шагов да. вперед смотрит. Да, смотрит сказать, вперед. Да. Не просто иногда, вот от выборов к выборам. Да. Иногда принимает закон, принимает решение да. непопулярное, но самое справедливое и нужное для государства. Такой вопрос, который тоже не могу не задать. Я понимаю, что он политический, но тем не менее. Вот, многие говорят о том, что вот эта система, которая существует до сих пор, может быть, конечно, что сейчас в этой геополитической ситуации, может быть, не стоит резкие движения делать, но тем не менее, он не совсем сейчас эффективен. Кто-то говорит о том, что надо все-таки предоставить народу право выбирать президента самому, прямые президентские выборы. Еще есть мнение, что надо часть депутатов, такая смешанная система, как в Литве, то есть половина это по партийным спискам, как сейчас, половина андомандатная округа. Что вы по этому поводу думаете, или это не самый принципиальный вопрос? У нас исторически сложилась такая ситуация, что парламентская республика с, не скажем, что декоративного плана президентом, но не президентская республика. Конечно, за 100 лет, как уже принята наша конституция, видно, что в мире очень много изменилось. И во всем мире, я сейчас начну с России, потом можем перейти да. к Латвии, политики очень хитрые и коварные. В России Путин всяким способом держится у власти 20 лет, он поставил своих министров, своего парламента, своих чиновников, все. Потом обнулил все это дело, да? Да, это там все понятно, да? Но даже в Латвии. Последние, начиная с Репши, уже больше 10-15 лет, одни и те же самые партии под разными названиями, Венотība jaunā, Laiks, бла-бла-бла, одни и те же самые люди сохраняются при власти. С одной стороны, да, это неплохо, но мы их знаем, но с другой стороны, они все время делают, свое влияние больше и больше. Притом иногда это влияние не поспособствует чисто как развитию Латвии, а, скажем, через министерств, которые они курируют. Если я как политик выбиваю добавки своим чиновникам, своим сотрудникам, все говорят, да, ты хороший, мы за тебя будем голосовать и впредь. Если даже тоже с журналистами, если там какому-то медиа дается больше информации, дается больше эфира, больше свет, он тоже становится... Более приятное отношение. Потому мне нравится, что действительно, как было, что два срока, и спасибо вам за работу. Следующий это действительно помогает избежать от таких корыстных политических целей. Потому что очень длительное нахождение у власти всех хочет. Да, уже и портит мнение. Даже самых демократов больших. Да, и самых демократов, я говорю про любых. Я не говорю, что это... Беда только Латвии, это беда всего мира. Абсолютно. И действительно, мне кажется, что это человеческая даба такая, натура, да. Действительно, это очень хорошо тогда, я честно говорю, в Америке, что демократы и республиканцы абсолютно. Довольно жестко друг друга критикуют, да. И смена власти происходит. Смена власти происходит. Даже если демократ-демократ, он уже отличается один президент от другого. Так что все в наших руках. Все-таки в Латвии я доверяю избирательной системе. Если человек пойдет и проголосует за то, что он хочет видеть своим депутатом, он, наверное, будет этот депутат. Тем более там есть возможность плюсики ставить, минусы. То, что менять систему на президентскую республику или
выборную систему, я как лично сам был бы, да, готов, хотя это уже политики очень долго дискутируют, это будет бы лучше, не лучше, но я думаю, что такой дискуссии есть место быть. Да. Вот вы же сказали в самом начале, вот возвращаясь к тому, что вы сказали, что мы, слава богу, что 30 лет мы жили в мире, будем надеяться, что будет и так дальше, но мы понимаем, что вот эта вот ситуация в Украине заставила, ну, в принципе, многие европейские страны посмотреть на свою систему гражданской обороны. Дай бог, чтобы это не понадобилось, но всегда нужно готовиться к каким-то чрезвычайным ситуациям. На ваш взгляд, мы все-таки вот готовы, потому что документы вроде бы есть, да, есть и закон соответствующий, есть инструкции, есть правила кабинета министров. Вроде бы даже мы помним, что вот после этих крымских событий даже были семинары вот эти самоуправления, где им рассказывали, как вот действовать в чрезвычайной ситуации. Ну вот, в принципе, мы готовы, или все-таки вы здесь вы считаете, что еще работа есть, чтобы, не знаю, каждый житель Латвии вообще знал, что ему делать в час X? Не все же будут хвататься за оружие, правильно? Я вас понял. Я начну с того, что мы живем в городе Риге. Да. Вы знаете сказку или коктейка, да? Да. Про то, что басню, что если петух, как там скажет черту, который выходит из моря, да, что Рига готова, Рига в тот же самый момент уйдет под воду. Да, то есть, да, не готова, да, да. Рига никогда не будет готова. И слава, да, богу, что петухи утром прокукарекают, и все, да. Да, и черт уходит со своим вопросом, готова ли Рига. Да. То же самое я могу сказать, что про гражданскую оборону, по национальную оборону, по все. Ну, могу... Более близко ко мне это контртеррористическая вот эта сфера, да, поскольку я долгие года был начальником контртеррористического центра, и могу сказать, что мы были счастливы, что мы смогли прожить без таких терактов, и нам было дано время. Каждый год, когда случился где-то в мире теракт, проанализировать его и подготовиться, чтобы у нас были подготовленные люди, законы, планы, действия, вот это самое. Конечно, могу сказать, что этими занимаются, сколько я знаю, военные, планы воздержания, планы тут вся... Обороны, да. Могу сказать, что чуть хуже с планами... Как это? Самоуправление, да? Да, планами это... Как на латышском это звучит? Сейчас вот и по-латышски пропало. Ну, Паша из Сардзейбас. А, самооборона, вот, самообороны, да, всякими, да? Как вы сказали, гражданской обороны. Да, основные планы есть, но там сказано, что этим должны заниматься самоуправление и так далее. Конечно, тут еще очень много работы, но самый, кто отвечает, это служба пожарных спасателей Латвии, да, в основной. Как мы знаем, что у них главное до сих пор было решить проблемы с депо, с машинами пожарными, и это их основное, а гражданская оборона как бы второстепенно в мирное время... ну, им поставленная задача. И действительно, но есть разные недоработки, по моему мнению личному, хотя я уже несколько лет выслуживаю пенсии, может быть, за это время многое что совершилось, но я думаю, чуть-чуть такой упрек, как это тоже пословица, пока... Петух не клюнет, да, куда-то, да, дедушка брюки, да, не оденет, да, да, там, и не проснется. Ну, я думаю, что да, это много еще есть что делать, при том, что мне не нравятся такие кардинальные вот дискуссии, вот нужна ли сейчас обязательно военная служба. Ну да, конечно, уже высказался и начальник вооруженных сил в Латвии. Ну это чисто политически. Во-первых, дорого, во-вторых, нецелесообразно. У нас профессиональная армия, полупрофессиональные обученные земессарги. Абсолютно, да. Но есть очень много, где
каждому жителю Латвии, гражданину, не гражданину, даже ну, любому, кто хочет жить при мире. Где он может помогать? Где может помогать тоже. Я думаю, что надо развить помощники или как там пожарных, спасателей. Помощники медсестр и разным. Помощники, кто знает уже коммунальщиков. Если, не дай бог, что-то случится, кто может помогать, да? Это уже чуть-чуть... И от них будет больше пользы, больше, чем дать им пользы, автоматы, да, они да, станут автоматы, пушечным мясом. Да, да, какой это смысл, да? Чуть-чуть об этом уже начали говорить год назад, когда не хватило медработников, да. Что надо... призывать, но показалось, да. Что мобилизация, что эти планы не полные, что они не знали, что такое может быть. Но пандемия как, их не предупредила. Да, как COVID, вы да. знаете, все меняется каждый день, каждый час. Может быть, такой последний вопрос, он такой очень специфический, но время от времени пресса любит это все смаковать по понятной причине и говорит, что вот периодически возникает там, ну, соревнование, не соревнование, может быть, неплохо, война спецслужб. Да, это вот это спецденности кари, что вот САП конкурирует там и вот с Валсдросебрсденности, и наоборот, или это все вот просто такие вот сплетни не очень серьезные, или то, что конкуренция это хорошо между вот такими силовыми структурами. Это опять вопрос, о котором мы и политики думают уже в течение. Ну, много 20, лет, да, много да. лет да. со созданием. Ну, я по своей жизни как-то получилось, что начал работать с первого, как сказать, звонка латвийских спецслужб. То это буквально, было что, буквально с первого приказа. Какого-нибудь 92-го, да, 91-й, конец, второй год сделали департамент информации, да. потом ВСАД, потом САП, полиция безопасности. Я принимал в многих рабочих группах. Есть аргументы «да» и «за» против этого. Но могу сказать одно, что система латвийских спецслужб справляется со своими задачами. Если, может быть, когда-то, там, 10-15 лет назад была какая-то нездоровая чуть-чуть конкуренция, то за последние годы все начальники спецслужбы и все сотрудники знают, как помогать друг другу, этой конкуренции нет, и они... И взаимодействие происходит. Взаимодействие происходит в идеальном... Ну, я говорю, 3 года назад. Я поскольку не думаю, что... Я думаю, что ничего что поменялось, я просто да. еще знаю всех начальников, которые есть. Об этом не надо было... беспокоиться. Я думаю, что справиться главное, чтобы им было меньше работы, чтобы вся наше общество было толерантно друг к другу. Это то, к чему политики даже, в принципе, призывают. Да, сейчас, правда, мы слышим, да. что премьер что-то об этом сказал, но надо, чтобы еще какие-то действия за этим последовали. Я примерно всем своим знакомым, даже русским, латышским, объясняю свое мнение. Ну, очень трудно бороться с детям или с человеком, который верит в сказку. Но если ребенок верит в то, что есть хороший Дед Мороз, ну не надо ему говорить сразу в лоб, Деда Мороза нет. Да, зачем? Лучше с ним поговорить то, что он начал задумываться. Ну как Дед Мороз в один день может принести всем детям подарки? И как он может у нас положить они на камин, если у нашего камина нет трубы, он электрический. Ну, чтобы задумался. И тогда и ребенок тоже начинает мыслить. Ну, вот мыслить, я говорю, да. ребенок или человек да. в этом смысле начинает смыслить. И я думаю, что вот это главное, чтобы люди подумали. Даже не буду сказать, кто прав, кто нет. Мне, мое мнение есть, но если ты веришь российскому телевидению, ну, как аклы. Да, это, слепо. Слепо, да. да? Ну, тогда ты посмотри, что все-таки в Объединенных Нациях более 120 государств осудили эту войну. Ну, неужели один прав и 120 как-то не понимают, о чем говорить? Мыслить, да. Начинает, я говорю, начинайте мыслить, и вы откроете глаза и будете уже более...
не лобильны, а стабильны в своих мнениях. Вот последний вопрос. Тяжело всегда делать прогноз, но все-таки ваше ощущение, вот эта ситуация такая переломная, все-таки ускорит процесс, ну, по-разному ее называют. Вот мы уже говорили, сплочение, кто-то называет интеграцию общества. Вот на днях прозвучала такая хорошая фраза, мне понравилось, там, создание политической нации. Да, вот, ну, сколько этот процесс займет? Надеюсь, еще не 30 лет, ну, не знаю, 2, 3, 4 года, потому что, ну, мы знаем, что 30 лет, ну, были у нас проблемы, они остались, да, так сказать, до сих пор не решена, это, наверное, отдельный вопрос, и почему не решена, там, все виноваты, я имею в виду, это проблема этого негражданства и так далее. На ваш взгляд, все-таки этот процесс пойдет быстрее, когда люди поймут, что вот не об этом мы спорим вообще, и не об этом скандалим? Вот это место... словами одного мудреца, который я сегодня мне прислали по e-почте. Так. И он говорил, неважно, весна будет мокрой или сухой, да. Неважно, она будет теплой или прохладной, главное, чтобы она была мирной. Да, вот это то, что сейчас нужно всем помнить, да? Да, всем надо помнить, что наши... внутренние разногласия – это второстепенно. Главное, если мы хотим сохранить Латвию как единую семью, то, может, какой-то полушаг надо податься в одну или другую сторону, что-то промалчивать, как в семье, о чем-то подискутировать, но не надо повернуться спиной. И думать, вот потому это, что у меня есть такое ощущение, думать, что люди, думать, когда думать. Что-то пишут в социальных сетях, они вообще не думают, да, а стоит ли это писать, да, ну, в принципе. Да, я с вами полностью согласен. Ну, вот я вот этот главное хочу пожелать. Спасибо большое. По-моему, хорошее завершение эфира. Юрий Соловейтец был у нас в прямом эфире. Большое спасибо. День в день.